Осенью 1949 года советские операторы провели уникальную киносъемку. Сегодня вы впервые видите на экране эти потрясающие цветные кадры. Вот так выглядела столица Китайской Народной Республики, город Пекин, 70 лет назад. На кинопленке хорошо видны городские кварталы и укрепления, которых сегодня уже нет. Ярким пятном в центре Пекина выделяется самый большой дворцовый комплекс в мире – пурпурный запретный город. Отсюда в течение шести веков Поднебесной управляли императоры династии Мин и Цин. В начале 20 века, после республиканской революции, административным и политическим центром Китая был город Нанкин. Только после кровопролитной антияпонской и гражданской войн пришедшие к власти коммунисты во главе с Мао Цзэдуном избрали Пекин столицей нового единого Китая. Когда коммунисты пришли в 49 году в Пекин, была очень мощная группа людей, которые рекомендовали Мао Цзэдуну перенести столицу, построить ее туда, поближе к горам. Во-первых, чтобы не было ничего общего с этим вот старым Китаем. И, во-вторых, с точки зрения климата, потому что в Пекине не случайно там все время смог, потому что там впадина, да? Но Мао Цзэдун настаивал на том, чтобы сохранить преемственность власти. В разное время императорский город именовали Бэйдзином, северной столицей, или Бэйпином, городом северного спокойствия. За 10 дней до образования КНР ему было возвращено прежнее имя – Пекин. 1 октября 1949 года здесь Мао Цзэдун провозгласит создание нового государства – Китайской Народной Республики. С этого момента Пекин станет полноценной столицей срединного процветающего государства общности и единства народа. Именно так переводится на русский язык полное название современного Китая. Оказалось, что именно Пекин ассоциируется с тем Китаем, который вообще-то был свободен, велик и независим. В Пекине есть своя инфраструктура. И самое главное, Пекин – это действительно практически центр Китая, который подходит всем. Нельзя отдавать столицу на юг, поскольку там еще сильные могут быть антикоммунистические настроения. И поэтому коммунисты переносят свою столицу в Пекин. И очень символично, когда именно в Пекине, именно, по сути дела, с подмостков императорского дворца Мао Цзэдун произносит свою знаменитую речь о новом Китае, который поднялся с колен. То есть это он перекидывает мостик между историей старого Китая, великого Китая, который китайцы очень любили, к новому Китаю, который не отбрасывает свою историю, а просто идет вперед на новом этапе. Знаменитый российский писатель и публицист Всеволод Овчинников хорошо помнит старый Пекин, где он начинал свою журналистскую карьеру в начале 50-х годов прошлого века. Ну, меня поразило, что он такой чистый, потому что, я думаю, азиатская страна, да еще Китай, представляю, что там будет. Вот удивительно чистый город, причем явно и горожане сами тоже к этому причастны. Я видел, как они тщательно все там выметают, все вывозят. И машин было мало сравнительно, поэтому ездить по городу было очень приятно. И у нас карпункт помещался в небольшом таком домике. Там было 5 или 7 комнат, дворик внутренний. Ну и потом был повар, которого мы оплачивали, потрясающий повар. И приходили на обед каждый раз, как все равно в гости.
Карпункт мой славился гостеприимством, и я очень себя чувствовал хорошо в этой первой моей зарубежной стране, потому что европейцев, то есть не китайцев и не японцев, знающих восточный язык, было очень мало, практически не было. Я вот был один такой экземпляр, когда нужно было от имени иностранных журналистов делать какие-то заявления, китайский МИД меня все время приглашал на это. Я никогда не отказывался. В общем, такой дополнительный авторитет это мне давало. Пекин – одна из четырех древних столиц Китая. Городское поселение существовало здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры. За свою долгую историю город неоднократно разрушался и отстраивался заново. В XIII веке монгольские завоеватели разместили здесь резиденцию хана, а город стали именовать Даду – Великая столица. После изгнания иноземных захватчиков один из императоров династии Мин в XV веке перенес сюда китайскую столицу из Нанкина. С XVI по XVIII век Пекин был самым густонаселенным городом нашей планеты. Тогда в нем постоянно проживало около 700 тысяч человек. Пекин был городом очень китайским с точки зрения китайской культуры. Он отличался от Шанхая, который был очень прозападным. Он отличался от других городов, которые были либо слишком южными, либо слишком северными. В Пекин съезжались все со всех сторон. Там можно было получить наставления от китайских старцев, которые обучали еще старой каллиграфии. Туда же приезжали и медики со своими секретами иглоукалывания, изготовления пилюль бессмертия. То есть это был город, который жил, казалось бы, в этих маленьких и отделенных друг от друга переулках, но с другой стороны, это было единое тело. И, находясь тогда в Пекине, человек находился именно в китайской среде. На этих кадрах мы видим пожилого мастера, который делает упражнения с трехзвенным цепом – сандзигун. Это старая шаолиньская традиция, очень сложная, требующая очень большой координации движений. И вокруг восхищенная публика. Они восхищаются не силой удара, они восхищаются даже не скоростью передвижений. Они восхищаются настоящим гунфу, мастерством, которое исходит из этого человека. А здесь мы видим китайского традиционного рассказчика Сяошора. Это уже практически новая технология. Он показывает картинки, ну, такой примитивный китайский мультфильм и рассказывает настоящую историю. Но история вообще-то уже современная. Там есть и современные персонажи, и публика восхищается старыми новыми традициями. Китайцы вообще очень любят зрелище. Они любят мастерство в этом зрелище. На этих кадрах мы видим традиционное китайское искусство изготовления фигурок из жженого сахара. Оно, кстати говоря, сохранилось и сегодня. Но оно уходит своими корнями в 18 век. И надо обладать немалым мастерством, чтобы делать драконов, лошадок. И самое главное, что все, что делается, тут же съедается. То есть высокое искусство практически сразу же идет в народ. Пекин отличался еще потрясающими ресторанами, шумами, казалось бы, не очень чистыми, но очень такими народными. И именно, кстати говоря, в этих народных ресторанах тогда еще можно было встретить и будущих руководителей Китая. И самое главное, туда ходили и члены Политбюро, и члены ЦК, и буквально впрямую общались с народом. То есть Пекин был очень своим, очень национальным городом. В китайской кухне каждое блюдо всегда имело особый смысл и толкование. Например, рыба на праздничном столе – это пожелание изобилия, а курица – удачи. Однажды я с одной соотечественной был, и она заинтересовалась лапшой, почему китайцы так они хорошо к этому относятся. Я ей сказал, что лапша – это символ долголетия, что она должна быть длинной, как человеческая жизнь. И когда мы наматываем на палочку лапшу, это хорошо, мы должны ее не раскусывать, а так как-то вот понемножечку заглатывать. Почему я такой стал знаток китайской кухни, что сколько я съел этих китайских лакомств в Китае, это невероятно. А на этих уникальных кадрах, снятых нашими операторами в 49-м году, хорошо видны стены древнего Пекина. Они были возведены во времена династии Мин и окружали весь город. Их разобрали во время масштабных работ по перестройке столицы, начатых при Мао Цзэдуне. На месте исчезнувших стен была построена одна из кольцевых автодорог.
Советские операторы сохранили для истории и многие другие детали быта и жизни старого Пекина. На экране старинная похоронная процессия. Белый цвет в Китае традиционно символизировал траур. В белый конверт клали и деньги, которые дарили родственникам умершего. Зато красный цвет, символ огня и счастья, в изобилии можно было увидеть во время традиционной китайской свадьбы. Раньше это была свадебная церемония, доступная только для высоких чиновников. И обычно в этом паланкине сидела невеста будущего чиновника. Все очень дорого и требует очень много усилий. Но сегодня там сидит, скорее всего, обычная китайская девушка, возможно, дочь крестьянина, которая выходит замуж за такого же простого парня, работающего на соседнем заводе. Китайцам открываются новые развлечения, которые раньше были доступны только высшему слою китайской культуры. Храм неба в Пекине – это особая системообразующая вещь для китайской истории, для китайской культуры. Это был центром моления небу. Туда приходил император со свитой, он двигался от императорского дворца в течение нескольких дней, совершая различные ритуалы, и в конце концов заходил на алтарь неба в одиночку, потому что только император мог общаться с небом. Простой народ не допускался в этот храмовый комплекс, в огромные парки и даже искусственные озера, которые там были вырыты. И когда простой человек вдруг взошел на тот же самый алтарь неба, где император каждый год получал указания от своего небесного покровителя, это оказалось абсолютным переворотом в сознании. Он вдруг становится частью этой великой традиции. Не тем человеком, который отброшен в сторону, а тем человеком, который управляет этим Китаем. Глядя на кинохронику конца 40-х годов, на хронику старого Пекина, я как китаист, впервые попавший в Китай еще студентом в 1973 году, это уже почти полвека тому назад, испытал своего рода парадоксальное чувство. Есть, благодаря, наверное, вот этой многовековой, многотысячелетней культуре, есть какой-то стержень, может быть, неосязаемый, который довольно трудно выразить словами, но который сохраняется, как-то не перелицовывай, как-то не осовременивай китайскую реальность, а все равно что-то остается. И это что-то, это и есть вот душа, душа Китая, душа китайского народа.